Приветствую вас, друзья мои и гости канала. Вы на канале Антонина Абрамкина. Сегодня у нас обзор магазина Fix Price. Это второй этаж, Гончарова, 9, город Димитровград. Пройдемся, посмотрим, поищем новинки. Ну, Fix Price, он умеет удивлять нас новинками. И кто следит за нашими обзорами, то тот сразу увидит новинки. Вот, просто товару все не перечесть. И поэтому каждый товар комментировать невозможно. Нам и часа не хватит, чтобы подробно каждый товар покрутить. Но у меня камера хорошо показывает цену, поэтому смотрите и выбирайте для себя товар. Нужный, необходимый. Это вот мы сейчас начинаем раздел для кухни нашей любимой. Вот здесь смотрим и контейнеры, и ножи. Посмотрите, изобилие товара. Вот особенно сейчас с праздниками. Здесь столько товара привезли. Но нас еще порадует. Сейчас уже идут машины, я уже узнала. Для садоводов-огородников тоже новинок будет много. Сейчас мы посмотрим, что есть из посуды, и пойдем дальше. Повыбираем. Ну вот здесь уже как рисованным рисунком кружка термо вот такая вот пришла. 149 рублей. Нет, это не кружка термо, это чайник заварной, 199 рублей. У меня тоже такой есть, но он без рисунка. Здесь посимпатичнее есть. И вот такой бирюзовый, беленький и сиреневый. Очень красиво смотрится. Стаканчики с трубочками разных видов. Ох, красивый какой бокал. Очень симпатичный. Фужеры, стаканы, рюмочки в изобилии. И цены вот 55 рублей, 77 рублей, вы видите. И посуда. Ох, как я люблю этот отдел посуды. Просто дома фактически уже ставить некуда всю эту посуду. 149 рублей вот такое вот блюдо. $99. Салатники 77 рублей. Ладья. Я больше вот такие люблю. Вот. 77 рублей. Глубокие. Под хрусталь. Что-то тут тяжеленько достать не смогла. Ну, они вот, видите, посуда есть и так, и в коробочках. Ирина Михайловна, вы что там нашли? Электрическая. Что такое? Кружка электрическая. А, ну это она сразу на батарейках. В машину? Для автомобиля? Нет. Разогреть можно? Вон она. Батарейки там были. Не входит. Я, да, я прошла мимо, но она вот нашла. Цена не знаю какая, да. Ну, максимум 199 рублей, наверное. Угу. Ну, потому что здесь это уже цены мы уже здесь знаем. Вот, дальше. Ну, вот я прошлась по рядам посуды, то есть и останавливаюсь, чтобы видели и формочки для выпекания, и корзины для хлеба, вот новинка вот такая вот. Интересно, крошки сыпаться не будут. 199 рублей. Вот такая сеточка. Смотри, какая хлебница хорошая. И разного цвета. Красный, синий. Ира, в разделе вещей не была? Не была еще. Ну, здесь у нас полотенца всех видов.
нитки. Так, салфетки мы здесь останавливаться не будем. А здесь вот этот, эту полочку надо показать. Здесь всегда новинки. И светильники, вот, и чайники литровые, я их постоянно показываю. Здесь еще есть и электроприборы, фонарики, батареи, провода для компьютера. Предметы мне нужные, скажем. Вот такие колонки, между прочим, они хорошо работают. Вот я их покупала, они у меня тоже есть, эти колонки. Вот. Когда надо, то есть у меня дети приходят, подсоединяют эту колонку. То есть тоже интересная. Ну, здесь для предметы для компьютера. То есть. И всякие кабели, разъемы, соединения, наушники. Вот тут все. Фонарик вот такой маленький есть еще. То есть предметов очень много. Дальше. Здесь у нас инструменты для мужчин, но на инструментах останавливаться не будем, потому что здесь их просто не пересказать столько много. Вот сейчас выгружают товар, посмотрим. Может, для сада-огорода что-нибудь сейчас, какие-нибудь новинки вытащит. Товар постоянно приходит и... Вот. Ну, здесь для автомобилистов я показываю. Выбирайте, что вам. Парфюм, вояж, земляника лесная. Вот такие освежители для вашего салона автомобиля. Здесь вот всякие есть. Салфетки. Вот рядом мы идем, мы уже здесь. Зима еще не закончилась. У нас фактически сегодня первый день тепло. Первый день весны. Поэтому без перчаток пока не ходим. Есть перчатки в продаже. 199 рублей. И цвет разный. Вот такие тепленькие. 77 рублей вязаные. А эти 199 рублей. Вот перчатки. Ну и товар для дома. Здесь вот пакеты, смотрю, выставляют. То есть товар постоянно приходит. Сарафанчик. Ой, какой красивый, нарядный. Наши выросли. Наши выросли, точно. А каких? Да? Вот, цена 55 рублей всего лишь. Посмотри. А почему здесь 55 рублей? Ты откуда-то содрала 55 рублей? На место положить. Да, 199. Я так и думаю, сарафан не должно быть за 50. Трусики, наверное, стащила. Вот, красавица. На садик ходить самый то, да? Угу. И колготки. Вот, то есть я хотела домашний товар. Ладно, раз развернулась на эту сторону. Для малышей шапочки, маечки, юбочки, варежки. Вот она меня. Это что? Лоси. Для девочек. А такие хорошие, а качество хорошее такое. Обычное. Угу. Смотри, прям хорошенькое. Ты сразу цену смотри, сразу мне цены говори. Не найдешь, да? Может, ну ладно. Ну так же, наверное, где-нибудь 199 рублей, не больше. Да, обычно такая цена. Но там тоже синий есть, черный есть. А смотри, комплекты можно, 199, да, 199. Ну, это даже комплекты можно. Беленькие. Ну, там размер, наверное, всякие есть. Вот. А посмотри, майки какие хорошие. И для мальчика, и для девочек есть. Угу. 149 рублей. 99 рублей вот там дальше. Угу. Ну, в общем, товары, я говорю, здесь без покупки фикс прайс не уйдешь. Здесь у нас уже трусы, шапки пошли, носки. Носки всем надарила. И надарила носки я фирмы Зувей. Да, вот они, Зувей. Там все-таки у нас еще морозы 30-градусные были. И вот такие носки разного цвета я надарила всем своим мужчинам. По три пары. Вот. И себе набрала тоже. Вот. Ну, сейчас уже будем переходить на более... тонкие носочки. И сегодня вот мы по-зимнему одеты, но уже жарко.
Вот очень тепленький носочек, 99 рублей. Ну, очень теплый, наверное. Ноги мокрые будут. И шарфы. Вот шарфы, колготки. То есть здесь тоже обновить свой гардероб тоже можно. Но я хочу вот показать вам для дачников, для садоводов, что есть у нас здесь в продаже. А у нас здесь есть в продаже вот всякие как удобрения. И семена есть в продаже. Вот, цветы. Здесь 4 луковички. В общем, здесь марганцовка, лук сивок. Вот есть такой вот пакетик маленький. Если можно даже на подоконнике для зелени, наверное, посадить. Есть контейнеры уже вот с поддоном сразу. Вот такие и поддончик. И можно уже зеленый сад начинать разводить уже с подоконника. Ну и здесь уже у нас семена. Ну, это зависть, это вот как бы для поливки, чтобы корневые системы укоренить. Так, еще у нас здесь для дачников есть вот почвоулучшитель. После, так, 500. Это что такое? Для природного земледелия. Восстанавливает естественное плодородие почв. Ну и вот здесь уже указано, здесь как его использовать, перекапывать для всех культур, между прочим. Ну, улучшает корневую систему. Вот это я сегодня, наверное, возьму. Это, наверное, я думаю, хорошее средство. Ну, кто не успел приобрести грунт, 50 рублей, вот 10 литров. Здесь у нас есть продажа грунт для рассады. Вот сейчас здесь полку готовят для сада, для огорода, для дачников. Так что товар пришел, наверное, уже. И мы посмотрим новинки, какие будут. Ну, вот уже можно обратить внимание на продажу, как ассортимент очки, как солнцезащитные. И здесь уже можно выбирать. Солнце активизируется. Уже, наверное, все призадумались приобрести очки. Так, ну, грунт я показала. Вот хотела семена показать. Но тут покупатель меня закрыл. Хочу показать полку вот, и ассортимент здесь семян. А семена есть все. Редис, всех видов свекла, зелень, огурцы, морковь. В общем, все культурные и цветочные. Вот здесь все семена есть. Так что это магазин Fix Price, еще раз говорю, Гончарова, 9, город Димитровград. Так, ну, мы сюда не пойдем. Я хочу показать модничкам еще, потому что там видела уже новый товар. И похвастать, чем вот для моднички, я говорю для моднички, вот она первая модница стоит. Уже она выбрала себе... Вот я чувствую, вы на юг собираетесь. Кисловодск, чувствую, собирается. Ой, а вот это как хорошая. И цена какая? 149, да? Вот к бежевым вещам, к светлым вещам, да, посмотри, она уже выбрала. А ты не выбрала? Вот здесь вот эти я все ждала, когда появится в продаже. Вот, беленькая, да? Ага, розовенькая. А я какой выбрала? Ты розовую взяла. Может, я беленькую взяла? Нет, там розовенькая, черная. Ладно, это мы с ней собираемся уже уезжать и уже думаем, куда нам всю косметику сложить с ней. Вот. А вот это что у нас такое красивое в коробочке? Ой, а, ну здесь не посмотришь, да? Ну это в подарок. Кошелек 199 рублей. А красивые. Красивый подарочный набор тоже. Ну да, ну в разделах много и для визиток, и для мелочи, все под замком. Я люблю все, чтобы все под замком было. Вот такие детские, вот, посмотри, это для детей, вот школа, да? Вот тоже, 99 рублей. Ага, вот красивая. Ну, в общем, косметички, смотри, а эти быстро как разбирают, да, вот. Сумки. Я смотрю, она уже полную корзину сложила уже. Так, а цена у этой сумочки какая?
Ну, наверное, 199 рублей. Ну, ладно. Так, кто... Здесь еще есть продажи вот такие... Как их называют? Контейнер для анализов. Вот, 12,50. Тоже вот нужные. Как кто собирается проверить свое здоровье. Так, а это что такое? Косметический контейнер. Это контейнеры. То есть это баночки всякие. Да, это для косметики. Вот, то есть, ну, это я уже... По просьбе девушек. Ира, вон там вот что-то за большие сумки какие-то. Вот, смотри, какие большие. Это что это такое? Нет, а вот это вот. А, ну это что-то... Мужские? А, для электроприборов. Ну ладно. Пойдем дальше. Здесь, в общем, сумочек полно привезли. Посмотрите, и на пояс можно повесить, и через плечо. То есть они вот с этими, как с карабинчиками такие, можно их носить, можно их убрать. Ну и здесь, дойдя вот до этого раздела, здесь вот тоже много предметов для нас, женщин, кто ухаживает за собой, за лицом, то есть предметов очень много. Я уже полную тоже вот корзину накидала, вот пока мне сестра идет. И заколки, и невидимки. Вот здесь вот такой ассортимент. Вот я вот эти резинки вот люблю, вот все такие вот красивые. Тоже это вот сейчас завезли, их не было вот фактически. Так, а это что у нас? Это большие заколки, вот они с бусинками. И заколки всех видов вот здесь есть. И есть ободочки очень. То есть ассортимент большой. Заколки, вот кто гимнастикой занимается, вот такие вот и красивые есть. В общем, ассортимент здесь очень большой. Просто вот здесь все не разглядеть. И большой выбор, очень большой выбор зеркал. Посмотрите, зеркало разного вида. Вот я взяла вот такое беленькое, взяла вот такое зеркало. Потому что удобно носить и в сумке складывать можно. И вот они двойные. И вот такие вот большие. Вот такие 199 рублей. Они увеличивают, отдаляют. Вот тоже хорошие зеркала. У меня вот дома тоже такие зеркала есть. Но вот эти вот в походных условиях мне вот надо вот это зеркало, потому что его сложь, и оно будет вот, видите, плоское и много места занимать не будет. А цена 149 рублей. Вот. Ну, еще здесь вот есть ножнички. Я хочу показать. Вот ножнички тоже вот быстро разбирают. Чем они хороши? Они очень остренькие, вот я брала. И вот здесь, видите, вот как для у кого пальчики толстые, вот, а то они маленькие, круглые бывают, а здесь вот они как-то вытянутые. То есть это вот хорошие тоже ножнички. Так, ну думаю, что я все показала, вот что основное хотела показать. Вот у меня сестра здесь, посмотрите, вот хапуга все складывать. Вот мы за ней будем наблюдать и подглядывать. Вот она добирает. Ой, вот такая вот она у нас. Ну, в общем, все я, по-моему, показала. Новинки вы для себя увидели, выбор сделали. Так что до новых видео, друзья. Следующий обзор у нас будет сад-огород, потому что товар прибывает, и мы новинки покажем для дачников. Всем доброго дня, до новых видео, пока.